заходи. Да. Все, да, на позициях, Я же сказал на точно? минуту отойду, пройдем, пока не перезапускают. Все на позициях? Ну да, вроде все. Погнали, все. Да ладно, выкинул. Блять, ну это пиздец. А, вот белая в натуре есть, блядь. Че, последний раз уже, блядь, хули? В смысле, они первый раз ушли. А, у них хули, да, было? Тогда еще два, но все равно, блядь. 10 минут надо, должны были быть уже играть. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Да отличный день ладно, для ладно. Отличного матча. Меня зовут Георгий Чудасов. Работаем сегодня мы... От тусовки. Все оттянул нахуй. Не шипите, не шипите, расслабьтесь. Ух, гадюки, блядь. Это удаляю. Как? Я у них спрашивал, а он не ответил. Нам можно синюю поставить, если хотите. Не, красный и белый был хорошо. Бля, у меня долго заходит, пиздец. Четко было видно. А, вот. Все, нормально. Бля, Аван где? Ну это какой-то ГГ, блядь. Отвечаю. А его в сети нет, он куда-то ушел, блядь. Может, не оператор отрубил. А, ничего, в одном помещении у всех скачки там, блядь. Тогда на Любе, на Любе. Панда будет на ПЗ. Бля, это будет пиздец ГГ нахуй, отвечаю, если панда еще на Любе будет хуяри. Ну ладно, похуй, что делать. Стоять, погнали. Поебать. Да все, играйте, бля, время уже. Ща пишет, ща пишет. Его даже в сети нету, блядь. Ну, интернет пока врубится, все дело. А как мы будем играть, блядь? Ждать его, нахуй. Время. Нельзя так долго ждать, уже пиздец, половина, нахуй. Короче, погнали. Ну, погнали. Ну, да, блядь, спроси. Это наша проблема, блядь. Не, спросите, как быть. Да. Мы можем еще раз выйти, как бы, просто. Он понимает, что он не, ну, не говорит, когда, блядь... Ну, не прочитал сообщение, потому что... Ну вот, блядь. Он хотя сказал бы, ну, через 2 минуты, время-то идет, блядь. Да, он там бегает, наверное, в ужасе, ищет, как исправить. Да он уже спать побежал, блядь. Погнали, похуй. Да мы выйти, говорю же, еще раз можем, типа. Такой, если бы он сказал бы, блядь, если бы он сказал бы, что, блядь, через 2 минуты будем, потянули бы эти 2 минуты. Я блядь, предлагаю блядь. Выйти. Использовать эту возможность. Ну, если ответит, то, думаю, есть смысл. Даже если не ответит, так. Попытаться время потянуть. Какой-то, блядь, не играет, какая-то хуета, блядь. А чё они не принимают? Он печатает. Ну. Не. Может, кто-то может зайти? Там руба может до мора. Да, руба дал. Ну все, погнали. Давайте, ребят, панда, тогда играешь на ПЗ, блядь, играешь на форварде, только когда у тебя мяч будет. Основной играешь на ЦЗ, чтобы не портить офсайды и так далее. Ой, на... Бля, у кого валит нахуй? У них. Да, сейчас Робин напишу, спрашиваю, если он в сети. Да, давайте срочно играть, пока.
Можешь игра и погибала. Вновь говорим игра. Мы вам привет с футбола. Не, он не вылетал. Я Георгий Черданцев и со мной. Ну они не выходят. Да. Может он старт нажал просто. От этой встречи мы ждем максимум голов и яркой. Давай, давай, давай. Лучший футбол только для вас. Очень скоро увидим футбол сейчас, Робин, высшего уровня. Еще мы выйдем, да? Чтобы у всех вообще пердаки сгорели. Вы что, ёбнулись, да? Ну, сейчас надо догнать тех, кто... Да это нереально так быстро зайти, блядь. Ну, робот тегнуть. Да ладно, нереально, вы же УТшники. Кто-нибудь сидит там, что-нибудь ковыряет состав. Грубо работает. А кто у нас остался? Не, он не написал, я, в принципе, говорю. Может, это... Арсен? А, Казуарок, это реально. Он спросит, там дома или нет. Да ладно же, мне кажется, что похуй. Валя на работе. Валя. Я на работе еще пишет. Че он там, блядь, на пляже кукурузу, блядь, продает? Не, он в ресторане работает кем-то. Блин. Дэн, может ты кинешь, а то мне отойти на одну секунду, блядь. Лёха. Да, давай, а Лёха, ты сможешь просто записать? А ты давай. Просто за это, если поешь, её не обязательно выкладывать. Просто ты запиши её, если кто, они потребуют, ты просто её вставишь и всё, блядь. Потом. Мне кажется, нет. Давайте кэпов сменим. Ой, как раз сменили кэпов, блядь. А чё там, надо начать новую запись, да, и... Да. Или можешь, у тебя же есть Twitch, может Twitch ебануть. Не, у меня нет ничего. А, ну тогда... Да, начать новую запись, типа... Я выключаю трансляцию, чтобы пинг был нормальный. Я могу уже просто сохранить там недавний ход игры, там, и сколько там, 30 минуту секунд. Сохрани. Не, минус на всякий случай. Не все, не обязательно будет показывать, если они предъявят просто эту хуйню, можно будет показать. Что так и так у нас есть. Так, а мы зовем или... Да, я скажу, как он, мы готовы. Так, блядь. Панда, опять же, на ПЗ играешь, основное на ПЗ 80%, остальное на форварде. Как мяч теряем, сразу на ПЗ переключаешься. Потому что иначе нам пизда будет. Ну, напомните ему только про рост. Что они там, да? Все, кидай, Лё. Блядь, что это? Да, не может, уходим, сейчас прогрузит. Так, а чё? А, во белое. Я тоже не показал ее. Парни, давайте все. Откинем все эмоции и давайте выиграем. Спокойно. Через второй тайм. Покажем хороший, качественный футбол. Мы снова на футболе. Отличные условия сегодня для проведения матча. Прессингуй на ПЗ играй, просто прессингуй батон, батон своим. Прессингуй. А, погоди, Георгий и Константин Гиль. У нас футбол высшего уровня, уверен, вы не останетесь равнодушными. Я слетели настройки, я направлю. Ждать уже нет сил. Здорово, что мы работаем при полных трибунах. Здесь все готово к большому футболу. И мы ждем от матча самого высокого уровня. Все. А вот это будет очень опасно. Нормально спокойно. Сусти между линиями просто вам не пустите. Мяч выбивается, четкая игра в обороне. Ай. И подача Бай. Туда, в сторону ворот. И ничего команда из этого эпизода не создает. Хорош. Я быстро.
Пандев. Мяч продолжает двигаться в сторону ворот. Загнем. Ну вот и все. От ворот показывает арбитр. Оказалось, да? Идут в атаку они. Можно забивать. Ну как повезло, же так? Да, да. Не понимает, как умудрился не забить с такой. Дай на лето, да. Но мяч в руках у голкипера. Вот, блядь, да человек долго. Точно отдать не получилось. Теперь в оборону. Арбитр назначает этого капитанка, блядь, скамут. Они на это будут хуйню туда лежать, да? В центр штрафной пошел мяч. Ядер. Ой-ой-ой. Здорово. Беги. Здорово получается продвигаться вперед. Хорош, хорош, хорош. Спокойно, добегай сейчас. Отличная игра на перехвате, и атака закончена. Хоп, хорош, хорош, шикарно. Мяч переходит к сопернику. Прессингуй, прессингуй, прессингуй. Считайте, игру. Дальше ты куда? Дальше. Хорош. И будет аут сейчас. Соперник забрал мяч. Арай. Хорош. За боковой оказывается мяч. Пасу немного не хватило точности. Вперед, мяч. Перевод, если что. И перевод. Непурян. Ну, надо еще поработать над техникой, чтобы не ошибаться в таких простых ситуациях. Ошибка со стороны защиты, этим нужно пользоваться. Да, сука. Здорово. Он набрал хороший ход. До ворот мяч не долетел. Мяч сыграно. Блять, у нас вылет. Сусти, сусти, блин, я отсюда. Все, нас много. Спокойно. Лёва, дальше вроде. Да-да, не торопитесь, ребят, там же нет. Спокойно, вы очень торопитесь. Так. Спокойно, через второй темп пошли вперед. Не обязательно сразу летать. Нет такой силы. Вот, кстати, можно порисинговать нормально. Так, попробуем. Всё верно, выносит он мяч из своей штрафной. Ай, какой хороший перехват, прерывает опасную передачу защиты. Снизу есть вот так. Подевать надо. Хорошо, команда играет в пас. Опять вот на ближнем полукруг. Не торопитесь, пожалуйста, давайте атаки нормально развивать. Возьмите вот это. Далька, 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 пар. Центр штрафной, мяч с углового летит. И это гол! Первый гол в этой игре забит. Повторяет нам угловой, который привел в гол. Не скажу, что это сверхъестественный гол, все сделано как по учебнику, точно удар буквально в упор, но именно это и называют классикой атак. 1-0, сейчас будет веселее. Ай, блядь. Подушите, подушите, ошибусь. Блядь, спинался.
Опасная передача, но и давайте наиграли, на год даже не наиграли. Давайте, пас. Надо лучше. Хозяева пока что играют не так уверенно, как гости, и уступают в счете. Всего один гол за первый тайм, это не так много, поэтому сейчас я бы не стал говорить, что у кого-то положение лучше, а у кого-то хуже. Конечно, вести в счете всегда приятнее, но уже в начале второго тайма давайте, это преимущество давайте, может сойти на нет. Где же удар? Он спас команду. Еще одна возможность. Опять туда же идут. Возьмите, один стоит. Подали мяч с углового в центр. Сейчас опять выиграл он, ебаный рот. Мяч успешно выбит. Там... Я в один треугольник лучше выиграю от того, чем надо. Подушим. Пускай выносит. Можно забивать здесь. Протер сыграл. Хороший момент получилось. Сейчас бы в раздевалочку, хорошо было. Да, блять. Ну мы не наиграли. Вот сейчас уже был момент один, но, блядь, так мы не наиграли ногой. Мы очень плохо играем. Ну как-то нервно, не шипите. Расслабьтесь. Да не, вот просто вперед торопимся, очень вперед, в атаку быстро бежать. Если нет, просто пас вперед, лучше развернуть. Блядь, а где рост? Где год, там вот просто ниже. Правый стик вниз хуярь. Два раза, да, блядь. Раз. Мы просто сами себе проебываем, блядь. По факту, нахуй. Да я не успел сделать. Ну, можешь попробовать, да. Давайте, парни, блядь, надо ударную привести. Судья дала свисток, начало второго тайма, наш матч продолжается. Не торопись, не будет. Просто. Не торопись, сколько надо подушки, пока не ошибаюсь. Хорош. Отбор что надо, соперник без хорошо. Мяча. Ищите зону. Верпели. Здорово переходит вперед. Соперник пытается перестроиться. Давайте мы ответим так. Редкая возможность. У них сейчас сравняют счет, и трибуны гонят их вперед. А забил. Коротким пасом решили угловой разыграть. Хорош. Здесь же, подышите. Где же. Я видел забегание, аккуратно сделал. Мяч вперед, он. Блядь. Хорошо, ну. Хуже подышим. Блядь. Не вылетай, спокойно. Мяч перехвачен, Фокси. Давайте спокойно распытаемся, помолчим. Я вообще откуда-то начал. Верпели. Они ждут свой шанс, уверенно мяч держат. Вынести мяч как следует не удалось, атака продолжается. Отличный перехват, пожалуй, его лучшее действие сегодня. Не садитесь. Я буду водить на себя. Жара. Фантик. Мяч вперед идет к чужим воротам. Далька есть. Хорош. Мяч выбит, на этот раз все обошлось. 30 минут играть осталось. Играем. Убегающий. Хорош, какой парень. Хороший перехват. Прерывает опасную передачу у защиты. Не садитесь. Вытесняйте. Есть время еще есть. Они, блядь, так вот катаются. Вытесняйте.
Не спеша перекатывает мяч. Хорошо. На своей половине поля, выигрывающая сторона. Хорошо было бы, если бы мяч у них сейчас отняли и заставили победу. Более обратно возвращал. Здорово он сыграл на перехвате. Кажется, появляется возможность может, для потенциально очень опасной контратаки. Вроде бы хорошая, быстрая контратака намечалась, но одно неудачное действие, и, пожалуйста, мяч уже у соперника. Очень уверенно он идет вперед с мячом. И будет еще аут. Очень много, можно забить 2 без спокойно, очень много времени. Ох, какой перехват, спас свою команду от больших проблем. Хороший пас, что тут получится? Майк, играй людей, пожалуйста. Да, понятно, дело. Главы будут подавать, будет. Мяч после рикошета ушел за лицевую. Сейчас опять будет, да-да-да. А опять один стоит, блядь. В центр штрафной подан мяч с углового. Нет, опасно уже не будет. Ну что-то такой кикер был. В голосе. 20 минут осталось. Сильно. Не садите сильно. Выше, ошибутся же. Подушить их надо. Подушить. Они хорош. Не может брать. Блин. И свисток все-таки судья решает назначить штрафной. Кину, смотрите, пас и закидка в спину. Чуть помягче надо было сыграть, а так это подарок для вратаря. Точнее, через левого. Денис. Хорошо, мяч ходит перед чужой штрафной, но нужно обострять. Будет штрафной удар, судья четко разобралась в этом моменте. Давай. Контру пасите. Коротким пасом разыграли. Попытка сделать навес, защитник накрывает. Все, ушел мяч за пределы поля, удар от ворот. Подушим, если они будут выносить 100%. Игрока. Еще. Кошмар. Действует оборот. Ага. Есть вариант для паса. Не надо. Мяч не дошел до адреса, защитник пойдет. Давай, дыши. Подуши. Зону нужно показать. Причем они идут в атаку, и это последний шанс забить. Мяч штрафной, может очень опасно получиться. Еще. Пускай выносит. Отличный высокий прессинг. Сука. Подушим. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Вы только послушайте, как Стадион здорово поддерживает свою команду. Очень вовремя он сыграл. Подевай. На перехвате. Прямой же был. Не ушел. Нельзя терять мяч на своей половине поля. Получите теперь опасную атаку. Не получилось. Не дай. Подожди. Перехват. Эта атака не получается. Впереди еще 2 минуты игры. Именно столько добавили к основному времени матча. И подает штрафную. Давай, нет, не получается. Навес. Все-таки вратарь смог первым добраться. Да там мяча. Времени, блядь, нет, сейчас висота. Спасибо, ребят. Пизду. Финальный свисток арбитра ставит точку в этом матче. Для хозяев он сложит.
плохо сыграли этот матч. Добавить не особо нечего к этому. Поэтому надо идти отдыхать. Очень нервная обстановка в тусовке. Честно говоря, не знаю, слышно вам или нет звуки игроков. Очень нервозная обстановка. Я такую нервозную обстановку в тусовке редко встречал. Надо будет это обсудить с пацанами. А всем, кто был на трансляции, спасибо большое, что были. Рад был зрителям. Приходите еще. Я думаю, что в следующем матче будет веселее. Обсудим эту тему нервозности в тусовке и комментарии и все прочее. Все будет зашибись. Давайте, пока, всем удачи.